Но Гиммлер считал, что эсэсовцы – элита германской расы выше закона и церкви. От них женщины могут зачать детей даже и без брака. Это в интересах государства. Рейхсфюрер СС считал, что женщины, которые отказываются служить своей стране и не хотят рожать уходящим на фронт солдатам детей, это дезертиры. Пошли разговоры о том, что партия желает, чтобы молодые одинокие женщины подарили фюреру ребенка, вступив в связь с достойным арийцем, пусть даже и женатым. «Все замужние или незамужние женщины, — говорил Гиммлер, — если у них нет четверых детей, обязаны до достижения 35 лет родить этих детей от безупречных в расовом отношении немецких мужчин. Являются ли эти мужчины женатыми или нет, значения не имеет. Каждая женщина, уже имеющая четверых детей, обязана предоставить мужу свободу, чтобы он мог завести детей и с другой женщиной».